Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Амнезия White Knight. Я не знаю, почему я это так странно сказал сейчас. Да, я наконец-то решил эту задачу. Смотрите, как ее решать. Сначала вот это вот. Потом это. Ой, тихо. Ой. Я что-то попутал. Подождите, стойте. Забудьте, что я сказал сейчас. Сначала это. Потом... Ой! Да опять подождите. Смотрите. Сначала это. Потом это. Потом это. Потом это. Потом это. И потом... Вот это. Все. Итак, тут у нас открылась картина. И тут у нас куча всего. Блин, сколько у нас батареек, их надо тратить. Я буду просто ходить с включенным фонарем, чтобы потратить больше батареек. Да ладно, шучу. У нас есть закрытую дверь на первом этаже. Хорошо, только какую конкретно? Их там было три, по-моему. Телефон звонит. Мне страшно. Ей! Алло? Восемь! Ты не навещаешь меня, Дэвид? Ты оставишь меня в покое? Ты оставишь меня в покое? Разве ты не заботишься, что они собираются сделать через З? Сделать через З. Так, подожди-ка. То есть получается, что они хотели что-то сделать с женой Дэвида? Типа... Я не знаю. Короче, они хотели что-то сделать с женой Дэвида, а Дэвиду было насрать. Ну или что-то типа того, и она, короче, решила ему отомстить. Я не знаю, может быть, это они сделали ее такой больной, что она над нами потом эксперименты проводила. Это горело, все горело, все кричали, умоляя помощи. Я мог почти видеть их, как воплощенные крики. Что? Так, щит, тут у нас монстр. А, все, упер. Так, музычка, не прекращайся, пожалуйста, без тебя тут будет очень несладко. Заткнись! А, это не ты? Грейс, у вас есть посетитель. Ага, то есть это я к ней приперся, да? Так. Не, ну батареек у меня, конечно, до хрена. И морфия тоже. Либо это я такой экономный. Либо эта игра реально дает дофига всего. Но, скорее всего, это я экономный. Хотя я вроде даже и не пытался экономить. Вроде тратил, когда надо было. What the fuck? Что? Что с этим стулом не так? Ты обещал много вещей, Дэвид. Ты обещал приехать и посетить меня. Ты обещал защитить меня. Но нет, вещи будут всегда состоять в том, как тебе нравится. А, ты знал, Дэвид, почему я не убила тебя в то время, как охотился? Подожди. То есть... What the fuck? Забудь. Forget. Но это было совсем не страшно. А, длинный коридор. Это меня куда-то везут. Короче, это не мы убили всех людей, а это наша жена это была. И она хотела нас убить. Но София нас спасла, типа. София излечила ее. Так. Вот это я где? Тихо, что за звуки? Тихо.
Это что такое? Да не надо мне таких звуков. Это какой-то ультразвук. Он так по ушам бьет. Ай, неприятно. А, как ногтями. Погода по доске. Помни, что ночь, Дэвид. Они прибыли, чтобы взять Грейс, не вас. Она была там с вами. То есть, у нас был мирный семейный ужин. Они схватили Грейс, потому что это она убивала людей. Ой, в смысле, они должны были схватить Грейс, а схватили меня непонятно почему. Так и с ума сойти можно, а неприятные звуки, как реально этим ногтем по доске. Ой, я представила, это мурашки по коже. Вы видите мистера Лоуренса? Какие потребности были сделаны не то, то, в чем она нуждается, является обращением мысленно. И мне, и мистеру Пару лично интересно в этом случае. Я думаю, что уже доказал, что сломанные умы могут быть излечены. То есть это не мою жену, что ли? Стой! Получается, что... нет. А что тогда с моей женой произошло, если в ту ночь они схватили меня, а не ее, а должны были ее? Она сошла с ума или типа того? Хотя, судя по письмам, это ее схватили, и я должен был ее посещать. Все эти годы, Дэвид, все эти годы. И ты не сказал мне о своих родителях, ты называешь себя мужем. Музычка. Тихо, по цепям. Грейс оценивает вас так. Все же ты ублюдок, что провели его отряд. Ага. Что? Это она мне говорит? Может быть, это я врач и... Что? Тут происходит? Зато музончик есть прикольный. Ничего не вижу. Чё? Пропасть, Дэвид, в пропасть. Не хочу в пропасть. Не буду. Придется. Думайте о своих воспоминаниях, Дэвид. Думайте о них, как будто они кирпичи. Используйте их, чтобы найти ваш путь. Что? Кажется, что должен быть в состоянии найти путь впереди, используя кирпичи. Музон. Подожди, я вот не понял одного. Если она убивала этих людей, и в ту ночь они забрали меня вместо нее. Ну, то есть должны были нее, а обвинили меня. То получается... Что? Так, окей, ну я не до конца все понял пока что, честно говоря. Так, возьмусь поудобнее за кирпичик. А где музычка? С ней было веселей. Ты помнишь, когда мы встретились первый раз? Подожди, ты не должен помнить, Дэвид, поскольку я распоряжаюсь твоими Распоряжается? Подождите. В смысле распоряжается? То есть это она стерла мне память? Моя жена? Может быть, она убила этих людей и... Чтобы я этого не помнил, она стерла мне память. Или что-то типа того. Да давай ты уже, господи.
А почему нельзя запастись кирпичами вдоволь? А то сейчас придется бегать туда-сюда. Хорошо. А, еще и не с первой попытки получается. Ужас. Еще и без музычки теперь. Ну, ладно, допустим. Судя по фразе, которую она сейчас сказала, она стерла нашу память. Непонятно зачем и непонятно... ну, она говорила, типа, ты не навещал меня. А в смысле не навещал? Может быть, это все издержки перевода? Или... Не, просто... Что значит не навещал? По идее, она должна была меня навещать, потому что я как бы был в психушке. Только почему взяли меня вместо нее? Что вообще происходит? Так, ну и что? Да куда дальше-то, господи, я уже устал. Устал бегать туда-сюда, хватит. Так, ну я постараюсь перетащить пару кирпичей подальше. Фак, прям в щель ровно. Да. Да ну нахрен. У меня так и кирпичи могут кончиться, между прочим. Слушай, я ставлю на паузу. Так, ребят, ну что же, это было очень долго. Я сижу здесь уже, наверное, полчаса. И... Смотри, Дэвид, это не было таким трудным. Это было пипец как трудно, честно говоря. Ну и где же я теперь? Ой. Опачки. Как они заставляли вас забыть, Дэвид? Но вы должны быть благодарны, я заставила вспомнить снова. Я всегда заставляю. I always make you remember again, no matter how deep you bury me. То есть, это так, меня лишили памяти, да, через электрошок. Хорошо. Да понял я, господи, отпустите меня, или я должен туда прийти? Да нет, не должен. Короче, ладно, пошли дальше. Маленькими шажочками. Давайте, в темноту прямо. Дэвид, ты знаешь, почему София называет ее победу «Белая ночь»? Поскольку ей нравится ночь, особенно когда они являются белыми. Знаете, знаешь ли ты, что тот, который... Что она теперь любит Патрика, короче. Это была ночь перед вашим последним посещением. Она обосрала здесь всех пациентов и принялась за больницу. Бедный Селвин. Труп доктора теперь принадлежит Софии. Или трубка. Там было написано трубка через П. Я не уверен, что это труп или трубка. Ой. Логичненько. Знаешь ли ты, почему ей нравится белая ночь? Потому что она белая и потому что она ночь. Ну или типа того она сказала. Полный фонарь. Не тратится, по-моему. Музончик. Йоу. Йоу, мадапака, бич. Пам-п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 ам
на райончике. Эта песня не в рифму будет, но зато я сейчас прохожу амнезию. Йоу, это страшная игра, и да, потому что да, и да. Я как Личко сейчас сказал, но мне плевать, за рычаг я потянул. Ничего не произошло. Йоу, мазафака. Ключ я дернул, вернее не могу. Не могу я достать ключик, просунул бы ты руку. Но не выходит, амнезия это да. Страшная игра, да. Амнезия этот мод, White White Night. Получился даже страшным, даже больше, чем
Dark Descent. Йоу, даже страшнее, чем оригинальная амнезия, этот мод. Пацаны, мы на районе. Дагестанский ема... Да, это было странно. Ах да, я был там в то время, как София рассказала... София научила меня многому, и взамен я научил ее, как использовать ножи. И в конце концов, я счастлив. Что? Да при чем тут это? Ты вообще долбанутая какая-то, блин. Йоу-йоу-йоу, мы ищем тут что-то. Нашли мы тут веревку, и сейчас пойдем искать мы ключи. А, тут стол упал. Я очень испугался. На самом деле, нет. Да-да-да-да. Я вас всех намахал. На самом деле всем пофиг, потому что это не смешно. Но я все равно пою, потому что такой минус. Под него невозможно не зачитать. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, ать. Крюк, мне нужен крюк. Эй, музычка кончилась. Ну, окей. Так, мне нужен... А, чё я на потолке-то смотрю? Вернее, я и так по потолку хожу. Вот. Так, где мой стул? Стул-спаситель. А там у нас есть сзади что-нибудь? Наверняка нам надо найти крюк где-то там. Типа. Здесь? Я уже хотел упасть сюда. Ой! Слушай, прикольный способ спускаться, да? Так, водяной, ты или это? Здесь ли ты? О, да, водяной, привет. Даже два. О, нет. Кажется, они выламывают дверь. Ты знаешь, Дэвид, я предполагаю, что на сей раз я собираюсь помогать Софии. В конце концов, я даже влюбилась в тебя без памяти. Ты можешь остаться здесь со мной. То есть она сейчас как-то контролирует мою память. Но как? Я сел на стул. Полая игла. Зачем? Зачем мне полая игла? Я, по-моему, мог в прошлом амнезии ею вскрывать двери, да? Может, я себе вену вскрою этой вашей полой иглой. Ой, по-моему, водяные ворвались. Ой, они здесь. Слушайте, водяные, давайте без этого. О-о-о, пока. Пишите письма, ребят. Так. Тем временем мы пытаемся подняться. И посмотреть, зачем нам иголка. Может быть, я могу сделать что-то типа... Ой. А что-то типа... Нет, комбинация не работает. Подожди, мне кажется, я сделал что-то не так. Так, стой. Оп! 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 Ой. Блин, мне понравился мой рэпчик. Слушай, подожди, отпусти меня. Я могу спокойно здесь бродить, потому что у меня дофига... Сами знаете чего. Морфи. Да, они меня и не догонят. Два лоха. Так, ну здесь мы нашли полую иглу, это уже хорошо. Непонятно, правда, зачем, но пойдем попробуем что-нибудь с ней сделать. Не, ну это, блин, конечно, наркомания существенная. Но, в принципе, это понятно. Она нам что-то ей определенно дала. Так. Идем искать крюк. Крюк. О, слушайте, я здесь не был. А, или... Стоп, я отсюда пришел? Хорошо. А вот здесь я был? Да нет. Я думал, я отсюда пришел, а оказалось, что нет. Крюк! Крюк! Твою бать! Он заперт! О! Крючочек. Маленький няшненький крючочек. Он такой милый. Я думал, он побольше будет. Да бери его уже. Все, побежали быстрее. Ключ... Крюк плюс веревка равно a string with a little hook on its end. Да, тот, кто создавал этот русификатор, просто красавчик. Ах. Так, вылавливаем. Бонг. У меня есть ключ. И на нем ничего не написано. Наверное, это ключ от моего разума. Или нет. Слушай, подожди, а где здесь... А, вон там дверь была заперта. With a hook on its end. Пам-пам-пам-пам. Батареи дофига. Я их всех сожру. Вообще все. Е-е-е. Раз, два, три. Ой, что происходит?
Беги, Дэвид, это твой последний шанс. Ой, за мной, по-моему, кто-то бежит. Охренеть, тут куча этих водяных или как их? Блин, я называю их водяными, хотя это какие-то огоньки. Быстрее. Открой дверь! Водяные горки! И... Я досчитаю до трех, и ты проснешься, Дэвид. Один. Два. Скример! Скример! Нет. Проснись, Дэвид. Как ты себя чувствуешь? Я полагаю, что тебе лучше. После нескольких сессий ты будешь абсолютно в норме. Посмотри на меня. О, на время. Мы закончили на сегодня, Дэвид. Приходи на следующей неделе. Это что, психолог? А где он? А мой фонарик? А все мои вещи? У меня было 10 батареек. О, Дэвид. Ты не должен нести память своих родителей на твоем плече, поскольку это не может позволить вам их забыть. То есть... Подожди-ка. Я, по-моему, начинаю что-то подозревать. Вот это мы где сейчас? И куда нам конкретно переться? Сюда? Что? А куда мне идти-то тогда? О, лавочка. Лавка. Теперь, когда травмы Дэвида не стало, мы можем начать следующий шаг нашего эксперимента. То есть Дэвида они излечили. Правда, я до сих пор не уверен, я Дэвид или не я Дэвид. Шаги. И кто же это? Ну, ты действительно думал, что я тебя освободила, Дэвид? Ого. Вот и конец. О, господи, боже мой. Я сейчас откинулся на спинку стула. Блин, ребят, насколько это охрененный мод. Таншайдар. Вот это Тенсел Алтунель. Алтинель. О, господи, я... О, я бы ему руку пожал при встрече. То есть, давайте поговорим про сюжет. Потому что главная особенность этого мода — это даже не геймплей. Хотя тоже интересно, что бегаем по психушке, но суть в чем? Суть в том, то, что сюжет просто фантастический. Он честолюбивый охотник на жуков. Этот сюжет, он не для всех. Он не для всех, не все могут его понять, но я понял не все, но судя по тому, что я понял... Смотрите, жили-были муж и жена. Жена убила людей, а мужа почему-то взяли в это самое, в больницу, вот, психиатрическую его взяли, а должны были жену взять. И какая-то была тема, что она кинула ему обидку, вот, ну, короче, обиделась на него.
прикольно. Мой друг Юнал за то, чтобы делать набросок двух хороших уровней, постоянно проверяемо. Дэвид Лайн за то, что записал сексуальный голос для Дэвида и идею надлежащую обратную связь. А за то, что постоянно проверял мод. Хороший сосед по комнате. Дал критику идеи, сделал мод еще лучше. Дала Грейс душу, делая реалистичное завихрение. Итак, то есть, получается, что... Психиатр. Из-за его удивительную идею заменить трудницы на лампочки. Я сделал хорошие модели из игры Penumbra. Я не знаю, хорошо ли меня сейчас слышно из-за этой музыки, поэтому я буду как-то поинтенсивнее говорить. Для довольного ага. Великим модником. Такую большую игру. А, я люблю вас, парни. Хорошо. И вам за то, что вы доиграли до конца. Действительно надеюсь, что вы насладились. Этот... Он... Все, это просто... Ты даже можешь не надеяться. Этот мод мое первое создание. Слушайте, с ним можно поговорить. Надеюсь, что вы заметили символику. Я просто все. Если он сделает еще один мод, я буду не смотрю ни на название, ни на что. Смотрите в другой истории. Я, если Таншайдар выпустит еще один мод, я ему просто... я даже не буду смотреть, что это за мод. Я сразу пойду играть, потому что, блин, это его первый мод, и он настолько охеренный. Это тут по-другому просто и не скажешь. То есть получается, что сюжет каков? Сюжет таков, что... ну, я уже рассказала, забрали его в больницу, и что-то она на него обиделась, и, ну, насколько я понял, она была врачихой, по-моему, вот, и стерла ему память, и не просто стерла, а придумала, ну, как The Evil Within, у меня такая вот ассоциация идет, The Evil Within, что она как бы починила каким-то образом, судя по всему, каким-то, я не знаю, аппаратом, подчинила себе его мозг и создала в его воображении новый мир. То есть вот это вот, смотрите, что в конце было, что мы пришли типа к психиатру и типа все хорошо, потом выходим на улицу и мы обратно попали в больницу, я сейчас как Кличко говорю, обратно попали в больницу, и она сказала, типа, ты думал, я тебя так отпущу? То есть получается, что она действительно создала этот мир, и вот он сидел в этой комнате, господи, что я несу? Короче, она создала этот мир, где мы с вами бегали, и в конце мы такие, типа, ой, как все хорошо, а потом она такая, типа, а, ты думал... я тебя подловила, ты думала, я тебя выпустила. То есть, получается, что это она все это сделала, и так Дэвид и не выбрался. То есть, получается, что все-таки концовка его игры плохая. Я сначала подумал, что все было хорошо, на самом деле, и это все нам приснилось. Потом я думал, что мы играем за сына главного героя, и эта вся история, это просто легенда или вроде того... Но оказалось, что все-таки эта жена схватила Дэвида, убрала память его, и, собственно говоря, не просто убрала, а создала в его мозгу мир, и все-таки концовка у игры плохая. Так он и не выбрался, оказывается. Обидно. В общем... Ребят, это просто фантастика. Что еще могу сказать про этот мод? Мало того, что в нем охрененный сюжет, этот мод мега страшный, и в первых примерно 3 сериях он заставил меня дико попотеть. Дальше уже начался чистый сюжет. То есть, пока мы не знали сюжета, нас пугали, а потом мы начали его тихо узнавать, и перестало быть так страшно, но я в этой игре кричал больше даже, чем в оригинальной «Амнезии», и... Это просто фантастика. Не зря говорят, что это лучший мод к «Амнезии». В скором времени будет кое-что необычное на канале. Ну, как сказать, необычное. Новое прохождение. Ну, вы сами все увидите, что это будет. Может быть, даже кто-то догадался, раз уж я так много в «Амнезию» играл. Но это будет не «Амнезия». Всем спасибо за просмотр. Это было охрененно. Всем пока.